Дорогие люди, добрый день! В этом видео я хочу вам показать настольные игры, которые помогут вашему ребенку легко учиться. Потому что на самом деле не всегда нужно часами чем-то заниматься, нанимать репетиторов, что-то зубрить, изучать. Достаточно иметь несколько настольных игр, которые призваны облегчить процесс обучения, которые сделаны для того, чтобы ваш ребенок освоил какой-то навык. Ведь когда у ребенка есть база, есть базовые знания, есть базовые навыки, есть хорошая нейродинамика, ему учеба дается легко. Это не значит, что мы должны дома с вами изучить математику, алгебру, геометрию, физику и все прочее. Это не значит, что мы должны зубрить какие-то слова, правила по русскому языку, написание и так далее. Но есть игры, которые помогают ребенку легко во всем разбираться, и вы не будете выполнять роль учителя. Вы будете доставать игры, отыгрывать несколько раз, и ребенку будет легче понимать, о чем говорит учитель уже на уроках. Давайте поехали. С чего мы начнем? Давайте начнем с счета. Устный счет, потому что это основа. Когда ребенок легко и хорошо считает устно, ему там дальше проще. С каждым годом ему становится легче и легче, потому что вот эта база есть. Когда мы говорим про счет, у меня тут как-то все хаотично разложено. Я вам всегда говорила, что для меня самая лучшая игра на счет, на устный счет, это игра Числиус. От бренда «Простые правила», да, серия «Просто наука». Это самая классная игра для того, чтобы отработать устный счет. Вот если у вас есть это... У меня тут, конечно, много разных вариантов, потому что я же тестирую, я проверяю, это часть моей работы. У меня есть вот такая игра, тоже потрясающая, тоже быстрая. «Посчитай овечек». Она очень хорошо разнообразит вашу игровую деятельность. И, в принципе, друзья, вот если у вас есть вот это, то можно обойти без вот этих карточек, да, что-то одно. Есть такая у меня игра, есть очень бюджетная от Лас Игрес «Считаем устно». Конечно, они каждый выполняют свою задачу, на своем уровне справляются с этим, но у них суть одна – это освоить в игре устный счет, это видеть, как сочетаются, как соединяются между собой, да, как решаются эти примеры быстро, моментально. То есть ты уже смотришь и ты видишь, ты формируешь насмотр. И тогда ребенок видит цифры, и они уже сами собой у него в голове складываются. У меня еще есть Числиус Про. Великолепно. Это для того, чтобы уже усложнить уровень. Тут 8+ написано. Ну вот у меня ребенку 7 лет. Мы сейчас как раз от простого Числиуса, от обычного, перешли на Числиус Про. Здесь немножко другая специфика, немного другой такой сеттинг, но она полностью и очень классно дополняет базовый вариант Числиуса. Это на устный счет, это база. Без устного счета, без простого устного счета мы не сдвинемся с места. Выбирайте одну из игр, которая вам подходит. Если у вас сейчас нет никакой, я рекомендую Числиус взять, он перекроет абсолютно все задачи. Если есть что-то из того, что я показала, то можно не докупать. Просто играем. Раз в неделю достаем и играем, считаем, ускоряемся, делаем так, чтобы ребенок быстрее, 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 чтобы он уже просто по взгляду определял и мог сложить уже необходимую сумму. Дальше, когда мы говорим про математику, мы должны дать ребенку понятие об умножении. Умножение и деление. И здесь, на мой взгляд, самое лучшее – это банда умников. Есть игра, которая называется «Много-много». Она великолепная. Мы как раз с Толей наконец-то до нее дошли. Я ее купила очень давно, но так как мы на счет, да, все-таки работали, до этого мы не доходили, до умножения. Вот мы только начинаем ее постепенно осваивать. В чем здесь смысл? Ребенок наглядно понимает, что значит умножить. Да, вот мы 2 умножаем на 3. И ребенок просто наглядно начинает понимать, что значит процесс умножения. Эта игра много-много, и она великолепна для того, чтобы отработать вот эти вот первые шаги в умножении. Когда Толя станет прям чуть постарше, возможно, летом, если зададут ему учить таблицу умножения ко 2 классу, я думаю, что зададут, то тогда у банды умников я возьму игру «Цветариум». У меня сейчас ее нет, но она у меня лежит в отложенных. Я вам сюда картиночку прикреплю, и мы будем играть много-много, и мы будем играть в «Цветариум». «Цветариум» — там именно идет отработка таблицы умножения без зубрежки.
это тоже то, что будет на автомате у ребенка, это то, что облегчит ему потом в дальнейшем обучение. Когда мы говорим дальше, да, про начальную школу и про счет, про арифметику, деление, дроби, лучше, чем играть делиссимо в дробях, ничто не поможет вам разобраться в игре. Опять же, если столкнулись уже с проблемами, в каком классе дают дроби, я, если честно говоря, не помню программу школьную, наверное, в классе третьем. Играйте в игру делиссимо, начинайте, 3-4 класс, играйте, раз в неделю достали, сыграли пару партий, партии очень быстрые, буквально 5-7 минут. Но ваш ребенок поймет процесс. Почему он его поймет? Опять же, благодаря наглядности. Здесь у нас пиццы, понимаете? И здесь есть, сейчас я вам покажу, здесь есть непосредственно дроби, да, записанные, а есть первоначальный, более легкий уровень в виде пиццы, в виде кусочков пиццы, чтобы понять, что такое дробь. Просто великолепно. Вот в банде умников мне это очень нравится. Вот это именно направление. Счет, деление, умножение – это то, что будет со мной, это то, во что я буду играть со своим ребенком раз в неделю. Этого будет достаточно для того, чтобы он все схватывал на лету, потом что будет происходить на уроках. То есть я уже не хочу выполнять роль учителя, я не хочу ему объяснять домашние задания, но я могу с ним поиграть вот в это, чтобы ему было легко это все осваивать. Так, про счет мы поговорили. Что дальше нам... О, так, микрофон, наверное, задело, да, извиняюсь. Что дальше нам важно? Конечно же, мы должны поговорить про чтение. Здесь мы опять переходим к банде умников. Ой, нечаянно, я взяла нечаянно английскую версию, но русская, у меня тоже русскоязычная есть. Игра «Читай, хватай». Для того, чтобы освоить беглое чтение, она изумительна, она великолепна. Здесь... 4 уровня, мне кажется, сложности, или 3 уровня сложности есть, я уже сейчас не помню. Но эта игра идеальное совмещение игры «Добль» на внимание и игры на чтение. И в нее можно играть по-разному. Здесь есть 2 варианта текстового, да, сопровождения. Более простые слова, короткие, более длинные слова. И также есть несколько вариантов игр. Вы можете играть словами вверх, вы можете играть словами вниз. Беглое чтение отрабатывается просто на ура. Очень классно подобранные и слова, и картинки. И вот в этой игре абсолютно все идеально. Великолепное соотношение цены и качества. Банда умников, читай, хватай. Ну вот у меня сейчас на английском, на русском мы ее вдоль и поперек все прошли и периодически к ней возвращаемся. Она очень хорошо нарабатывает скорость чтения. Прям великолепно. Дальше, когда мы говорим про чтение, про русский язык, про письмо, обязательно, начиная со 2 класса, с 3 класса, когда ребенок уже неплохо пишет, у вас будет игра «Калейдос». «Калейдос» — великолепнейшая игра, у меня ее сейчас нет, она у нас всегда кочует у сестренок, потому что мы там в нее играем чаще всего. «Калейдос» великолепно, да, это когда нужно искать картинки на определенные буквы и записывать эти слова. Кто больше слов запишет, тот и выиграл. Там еще изюминка этой игры заключается в том, что, например, там картинки построены по типу Вимельбуха. И, например, нарисован мужчина, ты можешь назвать его мужчиной, ты можешь назвать его дяденькой. То есть ты варьируешь, ты придумываешь слова, подгоняешь их под те буквы, которые тебе нужны. Дальше, конечно же, попроще уровень, например, до «Калейдоса». Игра «Соображари». Я ее всегда всем рекомендую. Когда ваш ребенок начинает учиться читать, когда вы знакомите ребенка с буквами, игра «Соображари» — это у нас хобби, «Хобби World». Игра «Соображари», она великолепна, и в нее можно играть, когда вы начинаете учить буквы, потому что это игра с буквами, и в нее можно играть прям всю начальную школу. У меня в данном случае здесь джуниор, есть еще взрослая версия у нас тоже имеется, она у нас лежит у сестренок, мы там в нее играем. Джуниор, великолепно. В чем смысл, друзья, игры? Достаем задание, например, да, еда. На какую букву еда? Вытягиваем букву. Кто первый кто первый назвал, тот забирает карточку себе. И по итогу, у кого больше карточек, тот, собственно говоря, и выиграл. Это игра, которая прекрасно развивает фантазию. Это игра, которая развивает словарный запас. Это игра, которая развивает фонематическое восприятие. Она развивает все, что необходимо для того, чтобы легко давался русский язык. Для того, чтобы легко давалось написание. Для того, чтобы
легко давалось слово творчество, и, ну, в том числе и чтение, и все прочее. Соображарий. Не знаю, слышно вам или нет, нас соседи делают ремонт. Надеюсь, это не очень сильно вас напрягает. Игра «Соображарий» однозначно то, что я вам буду рекомендовать. Далее. «Может быть», «Может не быть». Игра «Слово за слово». Почему она может быть, может ее не быть? Это игра с кубиками, также игра на то, чтобы выдумывать слова, подгонять слова под необходимые буквы. Но я вам хочу сказать, что самый идеальный вариант игры в слова после того, как ваш ребенок научился писать достаточно хорошо, это когда вы записываете одно длинное слово, и из него нужно написать много маленьких. Это игра, которая не стоит ни одного рубля. Вам понадобится только бумага и ручки. Но это игра, которая заменит вам в дальнейшем очень многие игры на словотворчество. Это игра, которая поможет и грамотность речи подтянуть, и, опять же, да, словарный запас, и очень много вещей. Вот слово за слово, она может быть, может не быть, потому что она, по сути дела, выполняет ту же функцию. Да? Но, кстати, вот этот принцип, когда из большого слова, да, мы сочиняем много маленьких слов, у «Банды умников» есть, по-моему, «Словопотам» игра, вот она абсолютно по тому же принципу. Если у вас есть лишние средства, да, там 800 рублей, по-моему, она сейчас стоит, можно купить «Словопотам». Но, опять же, я вам говорю, это можно делать просто сидя за столом, как мы делали это в старые добрые времена, выписывая слова на листочек. Мы так обычно играем где-то в дороге, в поезде. То есть я не приобретаю эту игру, потому что, ну, зачем? Оно не надо уже. Дальше. Это мы с вами разобрались с буковками. Поехали. Что еще нужно для того, чтобы ребенку было легко учиться? Чтобы у ребенка была хорошая память. Это, конечно же, все мемоигры. Классические мемоигры. Да, какие-то более интересные варианты. Естественно, мы с дошкольниками обязательно должны играть цыплячьи бега. Да, вот что-то подобное, где есть какой-то сюжет. Где есть то, за что можно зацепиться. Цыплячьи бега прекрасно развивает память, и она очень реиграбельная, то есть тут невозможно, так как ты все время по-разному выставляешь поле, невозможно запомнить, а где что лежит, то есть ее невозможно пройти. Единственное, что такой сеттинг, да, детский, очень детские рисунки, то есть дальше, чем начальная школа, она может быть неинтересна ребенку, но достаточно в нее отыграть с 4 лет и в начальной школе поиграть для того, чтобы память с ребенком наладить. Для того, чтобы еще у нас с памятью поработать, конечно же, это игра «Скоростные цвета». Я очень жалею, что я мимо нее долгое время проходила и купила ее только в прошлом году, потому что это великолепно развивает зрительную память, когда ты можешь разукрашивать на скорость, тебе нужно запомнить и раскрасить, и великолепно. Просто огромное количество картинок, хорошего качества маркеры, все легко стирается, ухаживается. Великолепно. Для того, чтобы именно память развивать, для того, чтобы ребенку хорошо запоминать правила, инструкции, формулы и так далее. Что еще нам нужно для того, чтобы ребенку легко усваивать информацию, отыграть вот в эту игру? Простые правила, игра «Головоноги». Я, опять же, снимала на нее отдельный обзор. И это игра, которая должна быть у каждого ребенка, потому что она позволяет развивать и креативность, и между тем слухоречевую память. То есть когда я запоминаю на слух. Это то, что обязательно раз в неделю, раз в две недели вы достаете, отыгрываете ее прям полностью, от и до, всю пачку. Это не занимает много времени, это 10 минут в день. Но это такое колоссальное развитие слухоречевой памяти, которое не купишь ни за какие деньги. Никакой репетитор вам не сделает то, что может сделать просто коробка, которую вы достаете раз в неделю. Не надо каждый день в нее играть. Раз в неделю, раз в две недели достаточно, да, чтобы наиграться. Кстати, мы когда с вами говорили про математику, я вам еще не показала. Это тоже у меня из новинок, «Салат удачи». Но это тоже, оно может быть, может не быть. Это, да, для разнообразия. Когда вам надоедает, например, в числилось сыграть «Салат удачи», я просто вот не сразу вспомнила, потому что я его только в том году купила, мы буквально еще, ну, раз 6-7, наверное, в нее сыграли.
но она тоже абсолютно достойна вашего внимания. Это тоже на числа, это тоже на счет, это тоже на подумать. Дальше, что нам нужно для того, чтобы легко учиться в школе? Нам нужно, чтобы у ребенка хорошо была развита логика, чтобы он умел делать выводы, чтобы он умел понимать причинно-следственные связи. И здесь у нас работают все головоломки. Я, естественно, бандибон любые вы берете, они все развивающие. На что я хочу обратить внимание? Это игры Кортекс. Вот эту, кстати, я вам коробку не могу советовать. Исключительно из-за того, что вот эти аромакарточки, они абсолютно отвратительные. Химозные запахи, которые невозможно на самом деле определить, просто понюхав. Все остальные задания, все великолепны, да, на логику, на мышление. Но вот если вы хотите взять из-за аромакарточек, это у нас что? Это стиль жизни. Отвратительные на самом деле, прям аромакарточки отвратительные. Все остальные вот эти вот головоломки Кортекс великолепные. Здесь мы должны с вами упомянуть опять банду умников. Я обожаю банду умников, и у меня есть вот такие коробочки. Критическое мышление. Вот такие я все, у меня есть все, вся серия их. Критическое мышление, тайм-менеджмент, финансовая грамотность, и еще где-то у меня у Толи лежит логика. Что-то там связанное с логикой. Здесь же различные детективные истории, различные, да, вот эти вот сюжеты, которые нужно разгадать. Для чего? Причинно-следственные связи, логика, мышление, для того, чтобы мозг работал, для того, чтобы ребенок умел видеть суть, чтобы он понимал, чтобы он слышал. Вот эти вот... Из того, что я могу посоветовать именно прям вот перед школой или начальной школой, это вот это критическое мышление. Очень классные задачки, прям подобраны великолепно. Дальше. Что нам еще нужно? Про логику, да, мы с вами поговорили. Игра. У меня есть вот такая игра Digit, но она... Она обязательная, но не обязательно вот в этой коробке. Я вам скидывала Трамгольд, игры со спичками. Это на подумать. Переставь спичку так, чтобы там получилось. Переставь спичку так, чтобы здесь, да, по-другому вышло. То есть есть формат именно игры с готовыми карточками. У меня есть книги, сейчас покажу вам. Как, например, вот 800 логических математических головоломок. Великолепная книга. Есть прям книга, которая называется «Математика со спичками». У меня ее нет, потому что у меня скачаны эти задания со спичками, плюс игра вот эта «Диджит» имеется. У меня есть Яков Перельман «Ящик загадок и фокусов». Тоже великолепная книжка, из которой просто вы сидите в субботу, воскресенье, достали одну задачку, посмотрели там один фокус, как это работает. Не нужно учить сидеть с ребенком параграфы. Здесь все вот эти все логические головоломки, все фокусы, это все построено на чем? На ловкости рук, на работе физики. Да, то есть там очень многие фокусы, которые мы выполняем, их можно объяснить научно. И вот оно, да, мы не учим, мы развлекаемся, мы играем. Это 5 минут времени, раз в неделю. Почему? Конечно, у меня тут много всего, но это много всего, оно и будет служить и много лет, потому что я одну неделю достану одно, вторую неделю достану третье. Там бывает по 3, по 4 игры мы в день делаем, и простые. И ребенок учится, учится играя. То же самое, банда умников, великолепная игра. Мы в нее играем с Толей с 5 лет. Игра, которая называется «Прогеры». Игра про программирование, про составление маршрута, про стратегию, про то, что ты просчитываешь наперед. Да, вот «Прогеры». Она не обязательная. Если у вас есть возможность научить ребенка играть в шахматы, играть с ним в шахматы, по сути дела, это то же самое, потому что шахматы — это то, что учит стратегии как ничто иное. Ну, если есть возможность разнообразить, да, и добавить все-таки такие навыки немножко именно уже программирования, потому что вот эта игра, она и по стилистике похожа. Вот у меня Толя ходил на пробные занятия в школу программирования, как там маршруты вот эти выстраиваются, из стрелочек команды прописываются. Вот она в этой стилистике сделана. Поэтому, ну, тоже, да, должно быть. Дальше, что еще? Для того, чтобы ребенку было легко учиться, он должен быть любознательный.
как мы делаем своего ребенка любознательным. Мы викторины с ними проходим, мы играем в викторины. И здесь викторин на рынке очень много. Я знаю, что многие любят викторины от Бонди Бон, вот эти совы. У меня их, к сожалению, нет, ну, потому что у меня полно викторин, я уже не могу одну на другую, да, наслаивать, у меня нет в этом необходимости. Но обратите внимание, у Бонди Бон вот эта умная сова, классная серия. Какие викторины у меня? Я очень люблю вот такие маленькие викторинки от Дрофа, и у меня была и викторина первоклашки, викторина вокруг света, викторина почемучка, вот у меня она еще запаянная, мы потому что вот эту сейчас проходим. Много ответов на разные и вопросов на разные сферы жизни, для того, чтобы ребенок увлекался, для того, чтобы ему было интересно на какие-то темы разговаривать, потому что не всегда дети, вот, например, мой ребенок, он не любит читать энциклопедии, он не любит, когда я ему читаю энциклопедии, но когда ты играешь в викторины, ты получаешь эти энциклопедические знания в игре, ты расширяешь свой кругозор, просто прекрасно. Еще у нас есть, я люблю вот эту серию, в том числе, суперквиз, у меня есть такая про тело человека, я, кстати, не знаю, кто это, Капитан Смарт. И у меня есть космос, классные, тоже компактные, мы очень любим брать с собой их. Ты взял, и ты сидишь где-то у костра, за столом, в кафе, например, взять с собой. Пока вы ждете заказ, чтобы не в телефонах сидеть, берете коробочку с викторинкой и сидите, пока ждете еду, все прекрасно вам сделается. Дальше, для того, чтобы ребенок умел видеть формат плоскости листа, для того, чтобы ему проще давался счет системы координат, для того, чтобы было легко все это изучать, мы играем в морской бой. Обязательно. У меня вот такой пластиковый формат. Можете играть, опять же, на листочках и не покупать игру. Мы любим... Господи, тут шерсть кота. Везде шерсть кота. Мы любим вот такой формат, где прям есть корабли, где есть да, вот и белые, и красные точки, которыми можно все это заставлять. Они идут в комплекте. Два вот таких экрана, и они великолепно служат. Тоже мы с 5 лет в них играем. Дальше. Для того, чтобы ребенку было легко учиться, нужно, чтобы у него на достаточно хорошем уровне было словотворчество, был словарный запас и умение составлять какие-то истории. Здесь я вам хочу порекомендовать игру, которая стоит абсолютные копейки, там, по-моему, 150 рублей. Это игра от класс игр, с которой называется «Тоси-боси». Здесь указано 12+, мы играем 100 лет с 3 лет, просто не используем некоторые правила. Да, тут есть, например, усложненные правила, когда нужно игру рассказывать басом, игру в формате трейлера, рассказ в формате трейлера, пищать, изображать голуби и так далее. Вы можете эти карточки не использовать, а здесь просто тоже вот такие картинки, из которых нужно составить предложение. Вы составляете предложение, составляете истории, и здесь есть очень много заданий. Продолжи своей карточкой историю другого игрока, то есть еще и запомнить нужно. Это то, что нужно тренировать постоянно, умение сочинять истории. Вот из предложенных картинок. Здесь же у меня на словотворчество, на то, чтобы уметь подбирать слова. Игра тоже очень бюджетная. Игра называется «Попробуй объясни». Это игра на объяснение слов. Только когда ты их объясняешь, нельзя использовать определенные слова, другие, да, которые тут помечены. Ну вот, например, давайте, что здесь у меня? Первое попавшееся. Слово «рубашка» нельзя использовать, пуговицы и одежда носить. То есть тебе нужно объяснить слово «рубашка», не используя вот эти три слова. Великолепно. То же самое у нас сюда идут игры «Активити», «Экивойки» и прочее-прочее. Вот если у вас что-то из этого есть, из того, что я перечислила, вот это уже не нужно. И какую-то игру на сочинение истории, какую-то игру на сочинение рассказа. Вот «Тоси-боси», она великолепно подойдет. У меня есть еще от «Стиль жизни» игра, которая называется «Жили-были», но как бы это дополнительно. Может быть, может не быть. Также еще хочу вам порекомендовать игру «Языколом». У меня классическая версия «Языколома». Что она нам дает? Она дает нам прекрасную артикуляцию, потому что здесь сложные слова, которые нужно прочитать, пока крутится волчок. Тут в этой игре еще волчок есть. Это уже для читающих детей.
И помимо того, что она развивает артикуляционный аппарат, это прекрасно также упражняется ребенок у нас в навыках чтения. Потому что для того, чтобы прочитать некоторое, да, нужно попробовать это все соединить в слово, нужно это выговорить. И это очень хорошо развивает и дикцию, и это весело, потому что когда тебе нужно прочитать слово из 100 одной буквы, ну как ты это прочитаешь? И просто мы сидим и угораем над этой игрой всегда. Ну и последнее, и очень-очень важное, это работа с телом ребенка. Это крупная моторика, это мелкая моторика. Крупная моторика – это то, что будет помогать ребенку удерживать позу, потому что большинство детей получают свои ошибки, получают проблемы в обучении из-за того, что они не могут усидеть, они не могут удержать позу, они не могут свое тело проконтролировать. И, конечно же, здесь обязательно у нас должна быть физическая нагрузка, зарядки, работа с равновесием, работа с собственным весом в том числе. Это ходьба, ходьба на лыжах, ходьба просто, да, пешочком пройтись. Не, если есть выбор пойти в школу пешком или ребенка довести, лучше дойти пешком, если у вас есть такая возможность. Не всегда она есть, но если есть возможность, лучше, чтобы ребенок прошелся, чтобы мозг проснулся, насытился кислородом. Освоить велосипед двухколесный, освоить равновесие, стоять на одной ноге и так далее. Да, то, что тело, чтобы было готово. И когда мы говорим про мелкую моторику, конечно, нам нужно, чтобы ребенок умел выполнять что-то руками, резать ножницами, для того, чтобы он умел откручивать, закручивать что-то. Это из фикс-прайс набор, тоже из фикс-прайс, чтобы он пришивал, зашивал, шил, потому что будет даваться легко письмо. Если письмо дается тяжело, естественно, учеба тоже будет сыпаться. Поэтому за телом ребенка мы тоже обязательно следим. Уделяйте этому также время, потому что, к сожалению или к счастью, не всегда интеллект решает. Тело тоже очень многое дает и несет свой вклад в развитие ребенка, в то, насколько будет ему легко и просто обучаться. Крепкое тело, в здоровом теле здоровый дух. Да? Когда у тебя тело в норме, тебе проще усваивать информацию, потому что если ребенок сенсорно дезинтегрирован, если он еще плохо понимает, плохо чувствует свое тело, если мы не уделяем этому внимания, если мы не даем ребенку нагрузку целенаправленную. То есть чем отличается, когда ребенок просто бегает во дворе, дурачится, когда мы его вводим вот в эти парки развлечений, от того, что ребенок ходит на спортивную секцию. Когда ребенок занимается спортивной секцией, он сам управляет своим телом. Это не импульсивные. Да, и захотел, туда побежал, захотел, сел, захотел, лег. Ребенок учится справляться с нагрузками. Ребенок учится управлять своим телом. Еще немаловажный момент, тоже спорта касающийся. Ребенок учится работать с собой, когда он утомляется. Если ребенок не знает, что такое физические нагрузки, если ребенок, у меня есть дети в коррекции, которые ни разу в жизни не посещали ни одной секции. Им очень тяжело. Им крайне тяжело справляться, потому что чуть-чуть они только устают, они растекаются на стуле, на полу, неважно, где мы занимаемся. Они не умеют работать со своим телом, когда они чуть-чуть подустали. У меня таких детей сейчас, к сожалению, в коррекции много. Кто не справляется с учебной деятельностью, потому что родители решили, что ему не нужны никакие секции. У него и так там в садике все окей. А секции нужны, спорт нужен обязательно. Неважно, какой вы выбираете. Футбол, танцы, да, гимнастику спортивную, любую. Какая-то нагрузка, когда ребенком управляет тренер, когда он управляет ребенок своим телом, и это подконтрольно, она обязательно важна. Поэтому про это тоже не забывайте. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. И увидимся в следующем видео.